летел, и дым махорки незнакомый мне вдыхал. Там курил и говорил про то, где воевал, где был, и как на море в него снаряд попал. Тут его взгляд задумчив встал, и дед надолго замолчал, потом вздохнул и произнес: скажи мне, внук, ты чего же так живешь, как будто свой башмак жуешь, как будто жизнь для тебя сплошной недуг. Я растерялся, но потом ему все вывалил гуртом, что современный человек такая дрянь, что я решачу на козла, что в людях совесть умерла, и что от эмоций не хватит перебань. Я что-то там еще кричал, но тут кулак на стол упал, горячим страшным взглядом дед меня свербил. Тебя со стороны взглянуть, мой внук, на жизни твою суть, и ты тогда совсем не так заговорил. Ты был талантлив, всех любил, но все в деньгах похоронил, искал разгадку смысла жизни, а теперь ты ищешь баб на стороне, забыл о сыне и жене, и между миром и тобой стальная дверь. Неужто ради ваших склок за хлеб и зрелище мешок мы погибали под огнем фашистских крыс? Эх, нету Гитлера на вас, тогда вы поняли за час всю ценность жизни, ее прелесть, ее смысл. Уже рассвет входил в мой дом, пели птицы за окном, солдат исчез, и я вдруг начал понимать: в любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. В любом из нас сидит война, не знаю, чья в этом вина, и нам нельзя на ней, ребята, погибать. Добрый день, одесситы! Рада вас видеть. Разрешите мне немножечко сказать. И хочу, чтобы вы поддержали. Одесса – мама, а маму не сдадим. Одесса – мама, а маму не сдадим. Одесса – мама, а маму не сдадим. Эй, вы трусы и лгуны! Гончаренко, Юсов, Гордиенко, Черный, губернатор Немировский и им подобные. Под прикрытием киевской хунты правого сектора с автоматами Калашникова легко нас обливать грязью, легко нас не увидеть. Запомните, в Одессе нет сепаратизма. Поддержите, в Одессе нет сепаратизма. В Одессе нет сепаратизма. Свободу Антону Давиченко. Свободу Антону Давиченко. Свободу Антону Давиченко. Один за всех и все за одного. Один за всех и все за одного. Одесса мама любит всех своих детей. И счастливых, и великих, и юродивых. Депутаты Верховной Рады, они наши дети от Одессы мамы. Марков, Труханов, Фабрикант, Кивалов. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы вы тоже нас увидели все и пришли к нам. Потому что мы все равно вместе с вами. Когда-то вы придете нас просить обязательно. И когда мэры будут проситься, и когда будут вместо Януковича проситься, и в облраду, все равно придете. Даже когда будет здесь 100 человек, а не столько. Но вот самое обидное, что пока еще никто из очень больших людей Одессы мамы документально-юридически не поддержал Давиченко Антона, как они сказали, человека с улицы Одессы. Вот у нас поддержали Полищук Василий Ульянович характеристикой на апелляционный суд. Большое спасибо. Вячеслав Мартин, депутат облрады,
большое спасибо. Спасибо, ребята, молодцы. Есть, конечно, предположение у многих политологов. Антоша закончил аспирантуру политологии. И многие друзья придерживаются также точки, что вот они испугались, все депутаты, нас вместе с вами. Потому что они испугались, что вы действительно с улицы вывели лидера такого. Вот простого такого паренька, одесского. Да! Да! Свободу Антону Давиченко! 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 Очень легко, конечно, чужими руками, с наклепами Гончаренко, Юсова, Бабеночки Балабы, Гордиенко. Они думают, что нас могут испугать? Неправда. Я думаю, что они боялись. Очень много. Пусть боятся. Это приятно, по крайней мере. Да. Я думаю, что не дождутся, что мы отойдем в сторону. Как говорил этот доктор, приписал нам ходить. Я и ходю? Ничего, мы еще долго походим. Пусть в компьютере спрашивает, а за какие вы идеи стоите? А придите, почитайте. Мы не прячем это. И не прячемся ни за кем. Это была официальная часть. А сейчас разрешите мне сказать очень интересную вещь. У нас есть праздник 1 апреля. В традициях нашего праздника одесситы вам скажут, что вот сепаратисты не разделяют Украину. А мы с вами даже не присоединяемся к России. Нет, мы Россию на 1 апреля присоединяем к Одессе. Вот и все. А потом, пожалуйста, пусть говорят что угодно. У каждого из нас в Одессе есть многонациональный город и область. У нас у каждого есть в СНГ и в России есть много родных, двоюродных, троюродных. Приглашайте в гости по одной, две семьи. Бандеровцы сами на геляку залезут. Некогда будет вешать. Молодцы. Одесса, мама, Одессу не сдадим. А еще, ребята, во Львове тоже говорят, без нас никуда, мы тоже к вам. Так и у нас тоже во Львове много западных. Пусть они приезжают, и вот тогда мы скажем, Украина едина, и она попросила сюда Россию. Ура! Ура!